Este masamos o se pide la masa. Muy buenas tardes, amigos y amigas, ¿cómo están? Esperando que, como siempre, se encuentren muy bien. En esta tarde me encuentro en otra actividad, cultivando la madre tierra, haciendo sembrío de frutas, de las plantas, que es lo que se consume acá en nuestro país. Bueno, mis amigos, como voy a mostrarles un poco de mi actividad, a lo que estoy haciendo en esta tarde. Quiero compartir con ustedes. Quiero compartir con ustedes a qué me estoy dedicando ahorita, en este momento. Amigos y amigas, bueno, les quiero mostrar. Estamos cultivando, acá tenemos, ahí dentro tenemos, se llama habas, pues de acá lo conocemos como habas, ¿no? Habas, pues en otro idioma tendrá otro nombre. Bueno, voy a mostrarles de más cerca. Дорогие друзья, добрый добрый вечер, добрый 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 добрый. Сегодня я хотел вам показывать, что я сейчас занимаюсь. Я сейчас занимаюсь на земле. Земля пачамамам я занимаюсь. По-русски слова не помню. Я это не пользуюсь, поэтому, простите, не могу объяснить. Я сейчас занимаюсь на земле, сделаю все, что здесь есть. Привет, hola, hola, Пезито. У нас собачка здесь. Это мой. Это из тетя. Называется Линда. Зовут Линда. Линда, Линда. Вот я хотел, я хочу показывать немножко с близкими, что занимаюсь, дорогие друзья. Hello everybody, how are you? Welcome, welcome. My channel in Facebook, my dear friends. Bueno, для вас буду показывать у нас что растет. Вот, вот это называется у нас авас. У вас точно нету. Это только у нас растет, в Южной Америке растет. Ну, вот это. Я не знаю. Ну, просто у вас нету. Точно это нету. Я Россия, по-моему. Я Россия говорю. Авас. В английском как он называется? Авас. Ава, ава, вот. Дорогие друзья, еще показываю. Я здесь делаю немножко. Я не знаю, как вот это как называется, я не знаю. Если вы знаете, пожалуйста, пишите. Мы посадили. Если вот это. Дорогие друзья, смотрите, вот это у нас по-испански называется мора. Мора. Мора растет.
Мора растет. Мы посадили неделю назад, нет, больше 2 недели назад мы посадили. Вот это еще мора. А здесь только да, у нас. Теперь я работаю. А еще здесь мора. Но здесь мы посадили мора. Мора по-испански. А по-русски я не знаю. Это есть, конечно. У вас Россия есть, растет. А больше мы посидели. И здесь хочу показывать. Где-то. Вот это здесь тоже. Вот это тоже. А вот это точно яблоко. Яблоко это манзана по-испански. Яблоко это по-русски. По-английски apple. А дальше растет. Тоже это яблоко. Вот, дорогие друзья, что я здесь вы хотел показывать, что я занимаюсь здесь. И еще другие занятия я занимаюсь, дорогие друзья. Теперь надо заниматься, так что жизни дают сюрприз, возможности дают посадить, ну, экспериментоваться, другие занятия, дорогие друзья. А еще мы, что я посадили, у нас называем аguacate. Аguacate называю. А по-русски, сейчас помню. Сейчас, минуточку, чтобы вспоминаю сейчас. Авокадо. А я останусь, я. Дорогие друзья, авокате, где-то авокате. Aquí, ¿qué es? Este toquera aquí. Вот это и здесь мы посадили. Вот это тоже. У нас только растет у нас только. А бабако. Mis queridos amigos, como les comento, me estoy dedicando en otras actividades. Quería compartir con ustedes qué es lo que hace Pacarina. Bueno, aquí se llama esta plantita. ¿Cómo es este? Creo que se llama babaco. Bueno, mis amigos. Bueno, ahí pues dedicándome al campo, a cultivar la madre tierra, mis amigos. ¿Dónde está eso? Yo хочу показывать. Аguacate. А здесь еще, вот смотрите, вот это лимон, лимон это у нас, лимон, лимон, mis queridos amigos, este es una planta de лимон, qué haces, лимони, лимони, посидели мы, уже дают. Хотите посмотреть коко у нас? И здесь посадили коко. Вот. Коко. Вот это называется коко, пожалуйста. Вот это, да, дорогие друзья, называется коко. Коко. Я просто сколько, 3 дня назад я посадили, потому что я привезли из юга. Я вам, помните, я был на юге, поэтому я купил там и посадили здесь. Надеюсь, что, думаю, что дают здесь. Земля, все растет у нас. Так что, дорогие друзья, вот мы сейчас я занимаюсь. Немножко. Очень, очень тяжелый работа оказывается на земле. Авокадо где-то хочу вам еще показывать.
pasas, aguacate. ¿Dónde estará? Pues estoy buscando. Se ha muerto, dice. Híjole. Ah, aquí está, aquí está. Sí. Bot. Bot, Madrid. Aguacado, aguacado. Aguacado. Вот это называется агу. Вот смотрите, аквакаты растет, слава богу. Вот видите, это растет большой и дают когда-нибудь аквакаты. Если хотите, пожалуйста, пишите комментарии, хотите аквакаты через 4 года. Через 4 года, раз говорят, дают авокадо, дорогие друзья. 4 года. Вот, палец. Дорогие друзья, вы, может быть, сейчас смотрите необычный Инти Пакарина, необычный видео дело для вас, да? Не пугайтесь, дорогие друзья, это я, Пакарина, от сердца для вас. Да, у нас раз, мы посадили много чего. Как вам показывал, коко, авокате, по-испански мора называем. Пожалуйста, пишите по-русски мора, пожалуйста. Мора, это что такое мора? Quiero mandarles saludos para la gente que me está mirando en este momento. Otra actividad, nada de lo rutinario. Es otra actividad, mis amigos. Le estaba indicando, hemos sembrado coco, también aguacate, hemos sembrado mora, habas, limón, y después viene, hay otras también, pero eso, o sea, estoy, o sea, ayudando. Esto no es nada mío, simplemente ayudo a mis papás. Entonces estoy ayudando, nada más echando la mano, ayudando, apoyando un poco. Mis amigos, miren, amigos, pues aquí yo no sé cómo se llama esto. ¿Cómo se llama esto? Palma. Oye, mis amigos, palma. Вот, дорогие друзья. Пальма. Вот это растет. Тоже кура растет. Не, шутка. Смотрите. Вот, дорогие друзья, у нас еще. Вот, смотрите, мора. Мора, что растет. Смотрите, я хочу показывать. Вот это что-то. Вот это называется мора. По-русски вообще не помню, как что, как нас, что называется по-русски. Пожалуйста, пишите, дорогие друзья, пишите, что такое, какие фрукты. По-испански это мора. Привет из Санкт-Петербурга, большой привет. Какая собака милая. Please, my friends, comment. Amigos, escriban, a ver. Comenten, a ver qué tal les parece este video para ustedes. Nada de lo rutinario. Bueno, esto es una plantación de... Oh, miren la mora. Ya. Mírenlo. Cachiche, ¿quieren? Le puedo hacer la exportación desde el Ecuador para Rusia. O para todo el mundo. También para México. Mire.
Moras, mora, 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 mora. Ya hemos cogido, ya hemos cosechado un poco y todavía sigue dando frutos. Miren, amigos, y yo palme, palma, mora y yo dashi, es decir, yo palme. Дорогие друзья, пишите комментарии, как вам нравится такие видео или не нравится. Скажите, пожалуйста, я делаю только для вас. Показываю, что сейчас Покорина, что делает в данный момент. Вот это, смотрите, вот это, я не знаю, как называется, вот это тоже что-то, я не помню. А вот это растет, смотрите, называется фрукты, уава называется, уава. Но пока только растения, может быть, потом дают. Это не быстро, дорогие друзья. Queridos amigos, bueno, es la planta de uava. Bueno, es que apenas está creciendo. Este, no sé cómo se llama. Y más guavas. Вот называется вот это, дорогие друзья, мисфера, мисфера называется. Вот это называется мисфера, вот это план. А здесь еще яблоко. Мы только сегодня посадили. Что такое, я не знаю, не помню. Вот это мы посадили сегодня. Мы посадили сегодня. Курица, не кушай, пожалуйста. А, вот это томаты называется. Томаты, томаты. Томаты растет. Томаты мы посадили. Вот, посмотрите. Мы посадили сегодня. Друзья, больше яблока у нас. А вот это дуразно. Дуразно, вот это, пожалуйста, смотрите, дуразно. Только сейчас растет, но нету пока, чтобы показывать фрукты пока. Вот, дорогие друзья, еще. Вот это банана. Банана растет, дорогие друзья. Банано, вот здесь я не знаю, простите, я тоже не супер знаю. Вот это, смотрите, растет еще. Hola, hola, hola. ¿Quieres salir en vivo? Мальчик. А здесь вот это, я не знаю, называем альверха, мы называем, amigos. Esto es alberja. Al lado le tenemos haba, caña, cucuruza. Смотрите здесь. Один просто стоит. Мы сегодня посадили много чего. Вот это кукуруза, сами, пожалуйста, посмотрите. Познакомьте у нас вообще, что растет. Кукуруза. Манде. Más arriba está. Arriba, no, el asadón está allá. Allá, sí, allá está. Ahí la tía tiene. Cucuruza, пожалуйста. Вот, пожалуйста. No, cucuruza, betangado muy radical, ni pasadile, больше pasadile. Разные, просто разные, чуть-чуть, просто все разные сделали. Еще там авокаты, пожалуйста, смотрите там, да, авокаты. Вот это здесь
Чеснок, дорогие друзья. Чеснок, дорогие друзья. Чеснок. Посадили родители. Это не я. Я просто показываю, дорогие друзья, amigos, mis amigas. Bueno, este creo que es ajo. Lo han cultivado nuestros papás. Bueno, simplemente le estoy mostrando un poco de lo que hay acá. Tomate. Este es tomate. Es un tomate de árbol. Дорогие друзья, вот это, это tomate. Это точно у вас нету, потому что, я имею в виду, Россия нету. У вас есть tomate, домашний tomate. Вот это tomate árbol, называем это. Очень вкусно, можно делать сок, очень вкусно. Но сейчас просто я еще раз повторяю. Посадили вот это кол. Колес называется кол. Кол, колес, колес. Надо. Очень вкусно тоже. Вот это, дорогие друзья, пожалуйста, пишите. Не знаю, что-то как называется это. Вот здесь. Родители, они посадили. Хочу вам еще показывать, дорогие друзья. Bueno, quiero mostrarles un poco más para no cansarles mucho. Bueno, aquí es la papa. Картошка. Mire, es la planta de papa. Tenemos la papa. Tenemos aquí, pues no sé cómo se llama. Creo que se llama culantro. Culantro. По-русски не знаю. Вот это называется чеснок. Чеснок, дорогие друзья. Чеснок. Чеснок. Вот здесь еще. Вот это лечуга, у нас по-испански называется лечуга. Салат, салат, для салати, наверное. Вот это, наверное, салат. Салат. Лечуга. Вот так, чуть-чуть. Все растет. А вот эта картошка уже сухой, сухой, уже можно, наверное, забрать. Наверное, можно забрать. Вот здесь картошка. Картошка. Вот это, не знаю. Еще аквакате здесь. Аквакате. Больше у нас, видите. А вот это не знаю, как называется. Вот, смотрите, вот это. Может быть, вы знаете. Альберха называю ее. Вот это у вас тоже Россия растет. Я видел это на магазине. Альберха. Пожалуйста, пишите комментарии, escriban comentarios, mis queridos amigos. Si les gusta, pues escriban. Bueno, en la madre tierra, todo lo que se siembra, después se cosecha. Mis amigos, así es. Vine a hacer un poquito de otra actividad. Otra actividad. Bueno, aquí pues cambiando la mentalidad un poco, descansando un poco, mis amigos. Cucuruza. Смотрите, кукуруза. Вот это настоящий кукуруза у нас. А как кусается комары.
Друзья, кто-нибудь пишите. Хочу передать привет. Все. Пока. Что, кто меня пишет? Hello, hello, Ana Morozova. Приветствую. Gaby Enrique, es un buenas tardes. Natalia Morozova, приветствую. Elena Levanova, привет. Здравствуйте. Hello, Eliana Frabulet, привет. Юлия Савьёна, привет, Альфредо, очень интересно. Да, надеюсь, что вам интересно. Хотел вам просто немножко показывать. Поэтому хочу передать Эвелина Дьячкова, приветствую. Дорота, hello, 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 greeting. Orselina María de Silvia, ama a los animales, un buen abrazo a tu amigo Brasil. Saludos para Brasil. Приветствую, Лариза. Привет, привет. Мария Иванова, у тебя фруктовые деревни есть? Мария Иванова, приветствую, да? У нас, не у меня, вот мои родители. Мои родители посадили фрукты, да, разные фрукты есть. И я вам немножко показывал. Есть фрукты, пока просто растет. Может быть, потом будет. Потом, может быть, через несколько лет. У нас долго растет. Оксана Мирошинки, привет, hello. Нина Куржова, приветствую. Юлия Фокина, привет, привет. Светлана, приветствую. Евгения Богачева, приветствую. Гави Энрике, otra vez más. Светлана Ячменева, приветствую. Norcilina María, hola, hola, buenas tardes. Natalia Ivanova, dobry wieczór, dobry, dobry. Priviesivo. Dersi. Dersi, hello, hello. Gladys Maichon, hola. Hoy sí estoy contigo. Gladys, muchas gracias. Muchas gracias, esperando que les guste este pequeño transmisión para ustedes. Pucha, me está picando los zancudos. Esperando que sea de su agrado. Bueno, les quería compartir un poco de mi actividad en este día. Bueno, pues quiero invitarles para el día de mañana. Estaré transmitiendo en mi canal en YouTube, como de costumbre, para ustedes, claro que sí. La música para el mundo entero. Esperen, para el día de mañana estaré transmitiendo horario de acá de Ecuador a mediodía, hora de Rusia, 8 o 9 de la noche. Вот, дорогие друзья. Ладненько, не буду еще вам. Я показывал все, что хотел вам, все, что я сделал сегодня, дорогие друзья. Ладненько, я хочу приглашать, пока возможно, завтра я буду на прямой эфир на мои прямой эфир на YouTube. Пожалуйста, ждите, завтра буду на время Россия будет завтра. 8 вечером или либо 9 вечером буду завтра на московское время.
друзья, на прямой эфир на YouTube, пожалуйста. И ждите завтра, завтра точно. Пожалуйста, ждите завтра. Так что спасибо вам, друзья, что вы со мной были. Сейчас смотрит 45 меня смотрит сейчас. Надеюсь, что вам реально понравились. Так что пишите. И сейчас, может быть, кто-то пишет, не могу смотреть сообщения. Или сейчас, минуточку. Кто читает? Природой. Посмотрим. Спасибо вам, друзья. Завтра увидимся. Пожалуйста, ждите завтра. До свидания. Спокойной ночи. Пока-пока. Amigos, hasta mañana. Mañana les espero en mi página en YouTube. Estaré en vivo con ustedes, amigos. Mañana dense cita a mediodía, horario de Ecuador. Para Europa, para Rusia, sería a las 8 o 9 de la noche, más o menos. No tengo el horario fijo porque a veces por la internet no puedo asegurar, pero ya más o menos estaré a las 8 o 9 de la noche en hora de Europa y Rusia. En horario de Ecuador a mediodía, 12 o 1 de la tarde estaré con ustedes, mis amigos. Quedan invitados mis amigos. Hasta luego, mis amigos, hasta pronto. Hasta mañana, hasta mañana. Chao, chao. Pa' acá, pa' acá. Goodbye, my friends.